Друзья, всем привет! И в этом ролике вы узнаете: первое, Hyundai Creta — довольно-таки популярный автомобиль в нашей стране, на который официальные дилеры не очень-то и хотят сделать скидку. Что же удалось получить нам при условии того, что мы покупали машину в последний день месяца и за наличный расчет? Какая скидка, какие подарки — все в этом ролике. Второе. Человек выбирает между двумя автомобилями: новый BMW X3 или же Audi Q5. Мы отправились к официальным дилерам для того, чтобы послушать, какую скидку они сделают на автомобили сходу. Мы рассматриваем самые базовые версии за наличный расчет. Эти скидки вас точно удивят. И самое главное, это только начало. Третье. Я кратко подведу итоги предыдущего ролика, где я рассказывал про Porsche Cayenne и госпрограмму «Первый автомобиль», по которой делают скидку минус 10%. Всем, кто не подписан на наш канал, нужно это сделать прямо сейчас. Потому что в сентябре мы запишем очень полезный ролик для всех тех, кто вляпался с кредитом. Всякое бывает. Люди берут кредит, потом выясняется, что ставка очень высокая. Или в теле кредита что-то зашито. Как быть? Что делать? Как выйти из этой ситуации победителем? Я сниму хороший ролик, полезный, краткий, и расскажу вам, что делать. В общем, я не буду размазывать кашу по тарелке. Прямо сейчас, в ближайшие 15-17 минут, только полезная информация. И она начинается прямо сейчас. Поехали! Прямо сейчас у нас начинается экспресс-видеоролик. Смотрите, вчера, в четверг вечером, ко мне обратился человек, который говорит: мне срочно нужно купить автомобиль из наличия. Это Hyundai Creta с мотором 1.6, механическая коробка передач. Комплектация Travel плюс Advanced. Цена такого автомобиля 1 миллион 201 тысячи рублей. У человека есть деньги, и ему нужно одним днем найти автомобиль, чтобы он был в наличии с ПТС. Я вам скажу так, что эта комплектация, вот это сочетание, довольно-таки редкое. В основном сегодня все хотят покупать автомобиль уже с автоматической коробкой передач. В общем, мы нашли этот автомобиль. Не размазывая кашу по тарелке, мы перемещаемся к официальному дилеру. Поехали! Может сложиться впечатление, что блондин сейчас что-то прорекламирует. Но нет, друзья, я вам хочу донести информацию, про которую я вам рассказывал в первом ролике, про Kia Rio и про Porsche Cayenne. Смотрите, первое, Porsche Cayenne. В итоге нам сделали скидку 607 тысяч рублей. Что произошло дальше? Человек, кто покупает автомобиль, он изначально хотел другую комплектацию. Там был ряд функций, которые ему, ну, очень нужны. Это взрослый человек, не какой-то там мальчишка, которому папа покупает автомобиль. Что мы сделали? Мы нашли дилера, который сказал: ребята, я вам сделаю точно такую же скидку, но на автомобиль под заказ. То есть мы собрали его по конфигуратору, 2 месяца машину будут собирать на заводе, делать, привезут в Россию, и только потом он ее оплатит, но скидка изначально будет сразу 607 тысяч рублей. То есть это очень круто, его это предложение устроило, он уже автомобиль предоплатил, все, теперь он ждет свой автомобиль под заказ с большой скидкой. Второе. Это госпрограмма «Первый автомобиль» со скидкой 10% или семейный автомобиль. В общем, друзья, докладываю. Тот дилер, к которому попали мы, который нам назвал вот эти условия, где 17% ставка, где нужно купить автомобиль с накидкой, 20 тысяч заплатить, это просто зажравшийся дилер. Несмотря на то, что это официальный дилер практически в центре Москвы, но это просто неприятные ребята, скажем так. Но это их работа. Они хотят продать подороже, мы хотим купить подешевле. Благодаря вам и вашей обратной связи, огромное вам за это спасибо, очень много людей написали о том, что мы покупали по этой программе автомобили, и скидка действительно работает. Люди присылают расчеты, и да, друзья, действительно можно купить автомобиль со скидкой минус 10% на плюс-минус честных условиях. Что такое плюс-минус честные условия? Когда вам делают ставку 11-13%, это, на мой взгляд, хорошая ставка, при этом вам накинут в тело кредита максимум это только каска. И то каска — это там условно в кавычках. Вы, естественно, можете отказаться, но это совсем другая история. Факт в том, что купить честно можно. Был человек даже, который прислал о том, что он купил по ставке 8,9. Я сначала это вообще не поверил, но пересчитывая на калькуляторе, все совпадает, все честно. Получается так, что за честным процентом нужно побегать. В любом случае нужно походить, нужно поискать. Вот мы вам показали ситуацию, зашли, обманули. Ну, пытались, по крайней мере, обмануть. Также были люди, которые присылали свои расчеты. Я пересчитывал, выяснялось то, что 90-100 тысяч рублей у людей засунуто в тело кредита, а они об этом даже не знали. То есть я их со своей стороны немножко огорчил. Но факт в том, что, друзья, поймите правильно, хотите купить со скидкой — побегайте. Это вам не просто так, что вы пришли и вам сразу там с распростертыми объятиями сделали хорошее предложение. Можно получить, но нужно всего добиваться, нужно быть начеку максимально, потому что обманывают на раз-два, с одной даже каской.
рассчитывают, говорят, то, что нужно обязательно, чтобы была в теле кредита. Вам говорят, за 60 тысяч надо делать. Хотя на стороне вы можете ту же самую каску сделать за 30 тысяч рублей. В общем, здесь глаз да глаз. И сюда же хочу добавить, что я вам там говорил о том, что якобы вот на эту скидку делают налог 13%. Такое было до 2017 года. С 2017 года этот налог отменен. Значит, что решил человек по этой программе, под которую мы ищем Kia Rio X-Line? В силу того, что у него есть 200 тысяч первоначальный взнос, они решили немножко подкопить, чтобы увеличить первоначальный взнос, тем самым уменьшить для себя ежемесячные платежи. К зиме мы к этому вопросу вернемся. Что там будет, я вам обязательно напомню. Ну а мы продолжаем с вами дальше. Для вас прошла одна секунда, и мы с вами, друзья, на месте. Поймите правильно, я понимаю, что вы хотите, чтобы я вас удивлял и говорил, вот приехали, Hyundai Creta забрали за минус 200 тысяч рублей. Но нет, я вам показываю только правду, как это все происходит. Человек, девушка, сейчас находится в отпуске, хочет купить машину одним днем. Вот как это происходит. То есть иной раз люди с регионов думают, как покупать. Вот, находите дилера, у которого есть машина в наличии, есть ПТС, договаривайтесь, приезжайте, забираете. Нам сейчас по телефону выставили, в принципе, неплохие условия для этого автомобиля, потому что там годом ранее, когда она только появилась, я даже уже не помню, сколько прошло, на них не было вообще никаких скидок, были только накидки. Отмечу, что на данный момент 30 августа, конец месяца, и нам делают скидку. Вот приехал в салон, повезло, менеджер узнал, говорит, Димон, привет. С одной стороны, это, конечно же, приятно, плюс с другой стороны, мне хотелось бы ходить мистером X, чтобы никто не узнавал, чего, как, зачем. Суть не в этом, друзья. ПТС я взял, пока что машину мы не оплатили, попросили не снимать в салоне, чуть позже все снимем, все покажем. Важно понимать, что 40 тысяч, как выяснилось сейчас, плюс ТО треть, это примерно 15 тысяч рублей, плюс подарки, итого там выходит скидка суммарная, ну рублей 70, по-хорошему, ну 65-70, то есть это неплохо. Поймите правильно, за наличный расчет. То есть человек накопил, все, пожалуйста, приезжайте. Если покупать в кредит, там условия могут быть совсем другими. При трейдине скидка была бы дополнительно 40 тысяч рублей, но что такое трейдин, вы все прекрасно знаете. В общем, человек приедет через полтора часа, но для вас, как обычно, пройдет всего лишь одна секунда. А прямо сейчас начинается экспресс-сюжет. Друзья, стоит задача найти два автомобиля, выбрать один из них. Это Audi Q5 и BMW X3. Мы сейчас приехали в Audi для того, чтобы сходу получить первое предложение. Мы ищем самый простой автомобиль. То есть основные критерии подбора – это полный привод, высокий паркетник. Все. То есть Audi Q5 либо BMW X3. Ценовой диапазон автомобилей одинаковый. Зайдем на официальный сайт 3200, 3300. Ну, плюс-минус вот такая цена у него. Сейчас мы пойдем в Audi, послушаем, что они сходу предложат на Q5. И после этого мы переместимся в салон BMW, что они предложат. А дальше человек уже будет выбирать, вот что ему понравится больше. На том мы останавливаемся и будем дальше всех обзванивать в поисках самой низкой цены. Но сходу вы узнаете цифры прямо сейчас. Колеса, получается, 18. Она открыта в салон, да? Так, тихо. А, у вас такие даты идут. Кожа. Камеры нету, да, здесь задней? Нет, это опция. 3700 и еще опция. 3700. А в это, как его? В штатное, в обычное, это вот это, да, коричневое? Коричневое. Но она может быть кузов, может быть базовый у нее. Ситуация следующая. Вот опять же, заехали спросить, прошел час, мне кажется. Друзья, вот есть два предложения. И смотрите, с одной стороны, приятно, конечно, когда приходишь, тебя узнают, а с другой стороны, это уже неприятно, потому что мне не дают финального предложения. То есть они знают прекрасно, что я пойду дальше по другим дилерам, поэтому у меня есть две бумажки. Первое, на автомобиль 2019 года, который по прайсу стоит 3 миллиона 700 тысяч рублей, его готовы отдать за 2 миллиона 900 тысяч рублей за наличный расчет. Вот, пожалуйста. 2019, 3710, то есть они готовы дать его за 2900, то есть это 800 тысяч рублей сходу, мы даже не просили никаких скидок, просто сказали, дайте предложение. И у них есть автомобиль в наличии 2018 года, который тоже, в принципе, в неплохой комплектации, он тоже стоит чудесным образом 3 миллиона 700 тысяч рублей, его готовы отдать со скидкой за 2 миллиона 800 тысяч рублей, то есть 900 тысяч рублей. И это не финальная цена, потому что менеджер, прекрасная девушка, говорит, езжай, ищи, найдешь, возвращайся. В общем, мы сейчас поедем в BMW, послушаем, что предложат там. Но в любом случае, вы вдумайтесь, неужели есть такие люди, которые могут зайти в автосалон и купить машину по прайсовой цене? Вот 3700 минус 800 тысяч, я даже на колени не вставал. Я просто пришел, сказал, ну, как бы, сделайте предложение. Так что имейте в виду, экономьте ваши деньги, а мы с вами едем в BMW.
сходили, посмотрели X3, подчеркиваю, нас устраивает комплектация вплоть, начиная с базы. Она называется Urban. То есть ценник автомобиля 3 миллиона 320 тысяч рублей. То есть сейчас цены начинают подниматься. Смотрите, в сентябре внегласно многие бренды реально поднимают цены. То есть вам об этом никто не говорит. Вы придете к ним на сайт, увидите то, что раз, ценник стал выше. Друзья, я вам показываю и называю цены по-честному. Я прекрасно понимаю, что если я не показал вам цену в кадр, там, где перечеркнута ручкой менеджера, можно сказать, то, что придумал. Не верите? Не верите. Суть в следующем. Без торга, вы вообще просто зашли, за сколько? 2800, то есть минус 520 тысяч. И верно, конечно же, менеджер отметил тот факт, что в Audi изначально цены, ну, умышленно задирают, как бы. То есть 3 миллиона 700 тысяч, да там ничего нет на эти деньги, вообще и близко. Соответственно, делают ценник как бы выше для того, чтобы вы, придя домой, могли сказать: слушай, нам предложили минус 900, минус миллион. В реале же ценник там, ну, скидывают примерно 500 000. Опять же, и 500 000, думаешь, ну, как-то на ровном месте, что, как. Маркетинг, друзья, маркетинг. Но факт в следующем. Вот что теперь нужно сделать нам? Нам теперь нужно определиться либо Audi Q5, либо BMW X3. И после этого мы обзваниваем всех дилеров и ищем. Но сейчас однозначно будет выбор больше сделан в пользу Audi в силу того, что они могут скинуть больше. То есть Q5 есть в наличии 2018 года, соответственно, обзвонить всех дилеров, найти машинку. То есть я думаю, реально мы ее заберем 2400-2500. То есть мой прогноз. Какие будут реально цифры, подписывайтесь на канал, вы узнаете об этом в следующих видеороликах. В общем, все, мы переходим к основному, читаем договор. То есть вот я вам показываю 1161, то есть ценник со скидкой сразу указывается. Вот, пожалуйста, идет доп. Оборудование, указывается то, что это все в подарок. Все, мы сверили, сейчас мы отправляемся в кассу, вносим денежки, после этого подписываем договор, собственно, забираем наш автомобиль и все, одним днем. Сделка суммарно займет примерно, ну, пусть час, потому что мы ждали человека очень долго. Приехал, пока ему сейчас установят доп. Оборудование, а дальше все будет очень быстро. Наш процесс идет в самом разгаре, мы сейчас оплачиваем, после этого мы пойдем посчитаем каско. Человек хочет это сделать, то есть его добровольная услуга. Примерно ценником мы насчитали 36 500 с его стажем, с его возрастом, с его пропиской на первый год с ГЭП. Значит, мы сейчас, по-моему, посчитаем, возможно, здесь нам сделают даже немного дешевле. Друзья, вот идеальная ситуация, когда мы нашли автомобиль в наличии, раз, когда ПТС на него в наличии, два, когда конец месяца нам делают дополнительную скидку. Вот сейчас суммарно, смотрите, 40 тысяч рублей прямая скидка. Доп. Оборудование примерно, я вот считаю, по рыночным ценам, а не по ценам дилера, 5 тысяч рублей, 45 тысяч. И третье ТО, цена его будет 16 тысяч рублей. То есть суммарно получается 61 тысяча рублей за новый автомобиль, который июня 2019 года. Я считаю, что это неплохое предложение. В любом случае, свое мнение напишите в комментарии. Ну что, друзья, все подписание прошло. Здесь вся папка со всеми документами. Каска на человека обошлось 34 тысячи рублей. То есть он мог сделать его еще дешевле, но он умышленно выбрал страхование ГАП. Поэтому 34 тысячи, сам он считал 36 500. Это к слову о том, что когда приходишь и говоришь: ребят, я могу застраховаться на стороне, дилер цену перебивает. Что мы сейчас делаем? Наш автомобиль находится на подъемнике, ему привязывают защиту картера. Да-да, именно привязывают. И после этого я вас познакомлю с автомобилем. Пошлите. Ну сколько я вас мариновал, друзья. На самом деле, для меня сегодня прошло 5 часов, но сделка у нас заняла реально 60 минут. По сути, нашли автомобиль быстро, люди приехали, быстренько мы все проверили, подписали. То есть вот вам, пожалуйста, знакомьтесь. Крета, 1.6 мотор, 123 лошадиные силы, механическая коробка передач. То есть девушка хотела себе именно механику, передний привод. С комплектацией она знакома, камера здесь есть задняя, подогрев лобового, бесключевой доступ. Вот такой автомобильчик, то есть прайсовая цена, напоминаю, 1 миллион 201 тысяча рублей, мы же его забрали за 1 миллион 161 тысячу рублей. Вот они, коврики лежат, защиту нам прикрутили, все нам сделали, все сертификаты, все нам подарили. В общем, показалось вам то, что нам каско посчитали, вот она цена. Ну, парни, если вы не верите, если кто-то скажет, что да не может такого быть, ну, поймите правильно, что еще дешевле можно было бы сделать, если бы, например, покупали бы с франшизы. Вот они, ключики, мы сейчас пакуемся, садимся и уезжаем. Вот таким получился этот ролик. Пишите ваши комментарии, давайте ваши советы для затравочки. Hyundai Solaris стоит, а? Сколько, как ты думаешь, сколько можешь торговать? Можно скинуть с него. Подписывайтесь на канал, я вам расскажу в следующем ролике, сколько реально можно скинуть на Solaris за наличный расчет. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там выходят только свежие новости. У меня на этом пока что все. До новых встреч, всем пока-пока.